Привет, продолжаем проходить God of War. Мы находимся в Асгарде. Пойдем в кабинет Одина, узнаем, что он хочет. Не понимаю. Все гораздо сложнее, чем ты думаешь. Тебе не надо знать причин. Но я уже взрослая. Дело не в твоем возрасте. А в чем тогда? В моем возрасте магний и моди были вынуждены пойти дорогой, которая привела их к смерти? Я не понимаю. Ты не пытаешься. Так помоги мне. Почему ты так хочешь пройти тем же путем? Еще и в компании этого юнца. Дело вовсе не в нем. Я просто... Это моя мечта. Разве ты никогда... Ты ведь не простушка. Мы же асы. У нас нет мечты, только долг. Ого. Тебе пора к этому привыкнуть. Я тебя ненавижу. Нет мечты, только долг. Покой Сиф и Тора. Дома все с ума бы посходили, зная не, что я здесь. А? Кстати, а что я здесь делаю? Я не знаю, Трэш, что ты здесь делаешь. Не здесь. Может, он в библиотеке? Хм, это старый гобелен? Или его так изображают? Ничего интересного. Что ты хочешь сказать? Я не понимаю. Это маска, а потом и великан, убивший моего сына. Зачем? Что ж, я могу тебе объяснить, но я не смогу за тебя понять. Хватит позволять своей жене думать за тебя. Она лишает тебя остатков рассудка. Дело вовсе не в ней. Нет, дело в твоих недостатках. Прими их и живи дальше. Иди, разбей что-нибудь. Честно говоря, пьяницей ты мне нравился больше. Локи, подойди. Жесть. Вообще ненавидят его, что ли? Я наконец-то понял. Здесь ты убил Эмира. Первого великана. Скажи, можно ли убить оползень? Задушить бурю? Он ведь был ходячей стихией, вместилищем силы. Я был молод и глуп. Я увидел шанс сотворить что-то новое. По-твоему, это жестоко, но мне пришлось это сделать. Для защиты рода. Почему твой дом здесь? Что там? Если ты не скажешь... Я пытаюсь объяснить. После смерти Эмира я кое-что увидел, разлом. Может, колыбель самой реальности. Я заглянул в него, и что-то воззрилось на меня оттуда. Оно шептало мне вещи, которых я не мог уразуметь, но знал, это правда. Оно ослепило меня. Я подумал, все, больше туда не заглянуть. А потом нашел ее. И понял, она позволит мне, наконец, узреть ответы. Видишь ли, я не знаю, что меня ждет за гранью. Уж точно не Вальгалла, грянет Рагнарёк, а дальше? Я должен знать, что это не все. Я должен знать, что будет со мной. И это правда. Клянусь своим глазом. Это правда. Интересно, он не врет? Здесь говорится о неких холодных вздохах. Вздохи, ветер. Это про Хельхейм. Хельхейм, значит? Хорошо. Посови сюда труп. Я знаю, кого позвать тебе в помощь. Я надеюсь, вы справитесь с ответственным делом. Мы не подведем. Не то я тебе устрою. А, забыл сказать.
С вами пойдет Хеймдаль. Зачем он нам нужен? Какая честь для всех нас. Зачем он? Погоди. Нельзя отправляться в студеный Хельхейм без вот этого. Эфрила. Вот это тебя согреет. Не за что. Мимир сказал, даже Один не выдержит стужу Хельхейма. Вы верите всему, что говорит старый Хрэч? Крут, мне жаль, что в свою первую вылазку ты оказалась в Хельхейме. Ничего, мы и тут повеселимся. Хельская задача. Как бы мне не хотелось вас понянчить, мне нужно кое-что сделать для Всеволоса. Если попадете в беду, покричите, чтобы я знал, где искать ваши тела. Ну, пошли искать. Вела. Наконец-то я увижу, на что способен знаток Валькирии. Во-первых, скитальцы вообще не похожи на Валькирию. Во-вторых, я думал, ты мне не веришь. Скитальцы, это твой шанс! Хорош, замесили. Если хочешь знать, я верю, что ты дрался с Валькирией. Только не верю, что это дед свел с ума и вызвал опустошение в Мидгарде. И убил всех великанов. Было еще что-то? Много чего. Правильно идем. Еще да. Скитальцы! Я ими займусь! А мне что? Просто смотреть? Вот еще! Ого, ну хорошо. Признаться, я не думала, что будет так просто. Давай. Давай, Лоди, отставай! Все, закончились. Ну, и что же еще такого ужасного совершил мой дедушка? Посмотрим. Уничтожил Ванахейм, пытал Тюра, убил Гроа, убил Эмира и много чего еще. Любопытно. И кто тебе это рассказал? Рэй Мимир. О, его жена предательница и обиженный советник. Ясно. Слушай, ты мне не веришь, но... Да, либо ты врешь, либо лицемеришь, помогая ему. Давай сосредоточимся на деле. Конечно, она не может верить, что ее дед такое сотворил. Маска сказала идти сюда? Да. Повернем назад. Поищем обход. Видишь, скитальцы! Значит, мы идем верной дорогой. Ну-ну. Давай. Капец, она их лечит. А, ты еще живой. Давай пока этого одного здесь заместим.
Волкины! Давай. Капец, их очень много. Тихо, тихо, тихо. Фух. Большая дыра. Может, через нее и пройдем. Да, пойдем. Может, сдвинуть этот ящик? Я справлюсь. Да. Ага, конечно. Слушай, ты же не в обиде? Да нет. Может, нашим семьям суждено враждовать? Но не нам. Я в это не верю. Зато я верю, что из тебя выйдет отличная валькирия. Я и твоей маме это скажу. Хоть она и пугает меня до смерти. Приятно слышать. Спасибо. А теперь поищем этот фрагмент. Прикольно, вот это вот обстрел. А, я понял. Здесь нам тоже не пройти. Что теперь? Не знаю, но нутром чую, что искать надо здесь. Может, теперь проход открыт? Пойдем глянем. Теперь направо. Прямо на толпу с китайцев. Вперед! Офигеть! Ого! А это что? Стёльба! Я ее задержу! Давай. Ёлка! Арбатри! Какая же жуткая жуть. Можно лук будет улучшить. Ёлка! Решетки еще камень. Упадешь? И здесь тоже не пройти. Отлично. Вперед. И че? Зачем это? Бесполезная херня. Что говорит маска? Из-за построек трудновато разобрать, куда ее тянет, но. Вроде бы мы на верном пути. Вроде бы. Да, мы на верном пути. Что здесь делают китайцы? Они здесь
Ого. Берегись, мы тут не одни. Иди сюда. Давай. Хорош. Далеко еще от Рэй. Так нам сюда? Да. Ты меня разыгрываешь? На меня смотрит вся семья. Я должна себя показать. Да покажешь тебе, пошли. Я тоже. Маску. Нам сюда. Кажется, нам сюда. Давай, открывай. Помогай. Погоди, я открою. Что-то она никак не поддается. Ты что-нибудь видишь? Да. Есть. Не знаю, что это было, но грохнуло знатно. Пойдем глянем на дыру. Ну, я много рассказала о маме, а ты про отца. Он строгий, как будто уже давно за меня решил, каким я должен стать. Но мне это хорошо знакомо. Только вот я сам не знаю, чего хочу. Я тебе завидую. Это придет. Чему ты завидуешь? Офигеть! Арбатрик! Еще ему! Давай! Офигеть! Офигеть! Очень много. Тихо, 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 тихо. А, блядь, откуда? Давай. Давай. Хорош. Да блять, нихуя себе. Это урон. Пипец. Пройдет? Не, не пройдет. После такого, мама, ты меня в Асгарде уже не удержишь. Жесть, у меня просто... Он чуть не ваншотнул. Давай, крути ее, крутяшку. Куда? Маска показывала, что нам по прямой, но, конечно же, путь закрыт. Может, они не хотят никого впускать? Или что-то выпустить? Здесь наверняка должен быть обход. Всегда есть. Что делать, блядь? Здорово. Так как ты захотела стать валькирией? Не сразу. Как-то я поссорилась с мамой, сбежала и попала к ним на тренировку. Каждое их движение было исполнено смыслом, словно они точно понимали, где должны оказаться. В тот момент поняла и... Ну, куда теперь?
туда. Кажется, нам сюда. Надо толкать эту херню. Давай, толкай. Тяжело? Заткнись. Тут что-то мешает. Я посмотрю, но потом договорим. Ладно. Руки. Неплохо. А то. Так вот, когда я увидела, как ведут бой валькирии, видела их силу, их грацию. Передо мной открылся путь вперед, как на ладони. Интересно, интересно. Великаны должны следовать пророчеству. Да наплюй, проложи свой путь, вот как мы сейчас. О, это корабль. Почему отряд не озвучил? Это Эльмы не на нем, что ли? Плавали в первой части. Вроде же на этом корабле. Давай. Ну-ка, в сторонку. Получилось. Конечно, вообще получилось. Ну, давай! Блядь, кто это мне попал? Балкилит! На. Офигеть, что происходит просто на экране. Просто. Сколько эффектов. Мы отличная команда. Нереальная команда. Куда дальше? Дальше прямо. Смотри, сколько целей. Это все рубленое серебро. А по сколько вообще выдается? Не попал. Понятно, вообще ни о чем. Двадцать. Тоже мало. А в какую нам сторону? Похоже, да. Нам сюда. Но тут не пройти. Смотри, тут можно что-то сделать. Да, двигай его. А если я... Ага! Сумеешь залезть? Да. Давай. Попробуй как-нибудь срезать ящик с той стороны. Я подожду здесь. Меня-то, наверное, никто не поднимет. Есть. Ингрид, я не слишком грубо о нем отозвался. Она ведь должна знать правду. Ага, пожалуй. Эй, ты со мной говоришь? Нет, это я Ингрид. Понятно. Ну, я жду. Я иду. Сначала сундук поюзаю. Смотрим. Откуда будет хорошо видно ящик? Мне птицы нравятся получше. Увеличение волков. Ну прикольно. Но я пока не... Мне нравятся эти... Соколы. Куда ты полез? Мы ж ящик не отстрелили.
Кстати, я нарвался на ту же хуйню, как было. Их же двое, блядь. Бля, она двойное, два раза это делает. Охуеть! Блядь! Арба 3! Сука! Они меня просто зажали. Помоги мне. Сука. Это просто нереально. Двоих их заместить. Давай. Вот и собралась, блядь. Арба 3! Давай, на нее жуть наложим. Иди сюда, нахуй. Ух. Это было напряженно. Ну, путь свободен. Да, вперед! Свободен. Ого, маска взбесилась. Наверное, мы близко. Идешь, труд. Что это? А я знаю. Это ж ты здесь уже бывал. Здесь в прошлый раз ничего такого не было. Да. Пойдем-ка отсюда. Но маска, мы близки к цели. Да и он, мне кажется, не опасен. Мы смотрим на одно и то же. Его, небось, не просто так заперли. Я знаю, что он чувствует. Великаны так умеют. Он просто хочет на свободу. Фрагмент офигеть. Где-то за ним. Верь мне. Начнем с замка, который не рядом с зубами. Мы что, выпускаем его? Вот так. Давай следующий. Офигеть. Вот это собака. Давай, освободим его. Он проснулся. Кажется, под лапой у него был еще один. Давай. Берегись! Не за что, шавка паршивая. Давай посмотрим, что он охранял. Освободили такого огромного животного.
Скажи мне, что оно где-то под водой. Что? Как это? Она не отвечает. Такого никогда не было. Ты сказал тебе поверить. И мы отпустили эту тварь. Дедушка меня убьет. Надо уходить отсюда живо. Ничего нету. Труд, подожди. Может, проглядеть? Может, он где-то труд, здесь? Труд, все будет в порядке. Как ты можешь так говорить? Зачем я тебя послушала? Слушай, даже если я ошибся, я все равно его найду. Куда ты убегаешь? Подожди. Чего ты на такой панике? Какой же ты бездарный дурак! Ты знаешь, что он прогрызает дыры в мирах, да? Ну, впрочем, чего еще можно ждать от полукровок? Не называй меня! Я буду звать тебя, как захочу. Мальчик. Оставь его! Он ошибся. Нет! Ошибкой было дать тебе поверить, что ты готова. Ты ему помогла, да? На чьей ты вообще стороне, рыбка? Лучше не дерзи мне. И что же ты можешь мне сделать? Капец. Пойми, перед тобой все заискивают, потому что боятся твоего отца. А я нет. Он просто никчемный жирный пьянчуга. Эй! Капец. Еще! Да, да, я вижу в вашем роду все тугодумы. Ну хорошо. Покажи, что можешь. Тебе нужно многому научиться, девочка. Для начала усвоить, кто свой, а кто чужой. Опять, так и честно, он предвидит, что она будет делать. Стану валькирией. Ты правда думаешь, что всеотец тебе позволит? Прошу, не давай больше этому хорьку подпитывать твои заблуждения. Хватит! Почти. Стой! Он хочет тебя разозлить. Да? Получилось. Ну да. Ой, блин. С вами, детки, так скучно. Если вы закончили биться в истерике, то пойдемте. Мне не терпится послушать, как вы будете оправдываться перед всеотцом. Ох, это будет что-то. Хоген! Интересно, что ответит, что ответ. Его нет. Пойдем в его кабинет. Он будет просто в ярости. Да, конечно. Отец меня защитит. После того, как всеотец отослал его прочь, как нашкодившую псину? Сомневаюсь. А ты, Локи из Йотунов, твоя неумелость стала моим кошмаром. Я из-за нее уснуть не могу. Отстань. Нет, правда. Разнообразие твоих нелепых ошибок меня почти что завораживает. Если бы мы сумели обуздать твою бесполезность, ее мощи хватило бы на весь город. Ладно, я во всем виноват. Только ее не впутывай. Мне твоя помощь не нужна. Прости. Оставь это для всеотца. Нам нужно многое обсудить. Локи, я зайду к тебе, когда мы закончим. Это быстро. Ладно. Свое задание я выполнил. Нашел.
Я знаю, ты подслушиваешь, Локи. Я скоро освобожусь, иди. Он сказал, иди. Столько тупой. Сильно. Третий раз, интересно. Вот спасибо. Рут, я... И слышать не хочу. Все было хорошо, пока не появился ты. Я заглажу свою вину, клянусь. Хотите еще разок послушать? Я не шучу, сынок. Иди. Я скоро. Это уже ни в какие ворота не лезет. Ты знал, что он такой недоумок, когда звал его сюда? Сильно. Я совершил ошибку. Сейчас я так скучаю по дому. Ингрид, у тебя был дом? Раньше, до этого. Кто-то о тебе заботился? Похоже на да. Может, я смогу помочь тебе отыскать дорогу назад? Как тебе план? Да, это не надо, я все равно не пользуюсь этим. Можно войти? Хеймдаля я выслушал. Теперь расскажи мне ты, что стряслось. Его там не было. Я ошибся. Ну, кто из нас не ошибался? Ну, это интересно, будешь рассказывать. Выпустить Гарма? Выпустить Гарма? Это надо постараться. Хаос уже расползается по другим мирам. Асгарду он не страшен. Но всем остальным... Я хочу вернуться домой. Ну что ж, ну так. Хочешь, ступай. Я ведь тебе говорил, ты здесь не в плену. Выбор твой, иди, очисти разум, потом вернешься. Но перед уходом верни мне маску. Понимаешь, тебе-то я доверяю, но не твоим друзьям. А, и Ингрид. Прошу, мне надо уйти. И Локи. Когда ты решишь, что готов продолжить работу, Хугин будет ждать тебя в твоем старом доме. Ты дал маху, но все равно мы будем рады тебя видеть. А, и привет от меня Мимиру! Мимиру. Никогда не думал, что так буду рад вернуться. Если ты остаешься, тебе придется подождать. Где он сидит вообще? Ладно, неважно. Пойдем.
Опять здесь эти, блядь, придурки. Ну, конечно. Арбатри! Ну, поставили хуже. Палки лист! Закончилось. Скорее к мистическим вратам. Погнали. Один прав. Выпустить Гарма. Как же я мог так сглупить? Так, пора с ним встретиться. На сей раз я не убегу. Так, я почти дома. Все будет хорошо. Все в порядке. Нет, нет! Это ты! Стоп! Парень, ты вовремя! Присоединяйся к драке! Атрей, берегись! Где отец? Пытается добраться к тебе, но это потом. Сейчас на нас нападают! Это не прекратится, пока не закрыть разрыв между мирами. Атрей, не подпускай их ко мне! Давай. Блядь, откуда? Хорош. Как? Ай-яй-яй. Не-не-не, подожди, я не могу. Мне надо пополнить жизни. Иду, иду. Иду, иду, что делать? Давай. Жду сигнала. Леса Рифа. Леса Рифа. Леса Рифа. Офигеть. Хорош. Папка пришел. Отец. Вставай. Помоги Фрея. Я их отвлеку. Ну что, ребятки, а? Повеселимся. С правой стороны! Давай! Иди сюда! Ох ты, блядь, их много! Новый прикол. Он не пополняет жизнь, он просто. Иди сюда. Хорош. Что это было? Что это было? Кратос оглушила. Тюр. Все кончено? Не с твоей помощью. А где Атрей? Атрей? Беглец вернулся и привел с собой гостей. Дергайся. Сказал же, я цел. У тебя кровь. Хватит кудахтать.
Вот и Атрей. Как тебя называть? Что случилось? Круто. Я виноват. Эти скитальцы. Они повсюду. Повсюду. Ты не виноват. Нет, виноват. В Хеле был волк. Он был в цепях. И я его выпустил. Я думал, если... Карма! Чтоб тебя перекосило, выпустил Гарма! Гарма? Кто выпустил? Это же безумие! Это ведь не ты, да? Если пес Хеля на свободе, он прогрызет ткань всех миров. И скитальцы — это лишь начало. О чем ты думал? Да! Так набедокурить надо было еще постараться! Что заставило тебя так поступить? Это деяние Локи? Хватит! Оставьте его. Атрей допустил ошибку. И мы ее исправим вместе. Дивно. Если ты не против, я лучше останусь тут. Хватит с меня визитов в Хельхейм. Как старые добрые воссоединения. Только я не уверен, что знаю, как теперь попасть в Хельхейм. Может, Белка знает. Мы должны немедленно поговорить. Обычаи Спарты. Так, секундочку. Ротатокс, сейчас мы с тобой поговорим. В Хель мы продолжим уже в следующей серии. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.